Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня я расскажу об автомагнитоле Pioneer MVH S120UB. В описании вы найдете ссылки с лучшими ценами на эту модель. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также включайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе новинок мира гаджетов. Автопроигрыватель этой модели станет отличным выбором для владельцев автомобилей разных марок. Модель соответствует типоразмеру 1 DIN – это самый популярный форм-фактор головных автомобильных аудиосистем. Проигрыватель рассчитан на питание от 12-вольтной бортовой сети. Автомагнитола имеет классический дизайн, передняя панель черная, сегментный дисплей имеет белую подсветку. Цвет подсветки кнопок красный, и вы сможете с легкостью управлять устройством даже в полной темноте. Эта модель имеет короткое шасси, что существенно упрощает ее установку в автомобиле. Модель создана специально для цифровой музыки и современных носителей информации. К ней можно подключить смартфон на Android, а также другие устройства через USB-порт или дополнительный AUX-вход на фронтальной панели. При этом вы можете одновременно слушать любимую музыку и заряжать аккумулятор телефона. Вы также можете настроиться на одну из 24 предустановленных FM-радиостанций, чтобы получать еще больше музыкального контента. Встроенный усилитель MOSFET с выходной мощностью 4 по 50 Вт позволяет воспроизводить музыку в высоком качестве. Для того, чтобы увеличить мощность, можно воспользоваться RCA-выходом на тыловой панели устройства для подключения дополнительного сабвуфера или усилителя. Advanced Remote Control App – приложение компании Pioneer, усовершенствованная система дистанционного управления, превращает ваш совместимый iPhone или смартфон с операционной системой Android в мощное устройство дистанционного управления с сенсорным экраном, которое дает возможность легко управлять функциями совместимой автомагнитолы Pioneer и настраивать их. Совместимо с Android. Выполните подключение и воспроизводите музыку на устройстве без каких-либо приложений. USB-вход. Подключите любое устройство с помощью интерфейсного кабеля USB, чтобы зарядить устройство или насладиться чистым четким звуком. 5-Band Graphical EQ. Настройте выход звука, чтобы отрегулировать воспроизведение в соответствии со своими предпочтениями. FLAC. Возможность воспроизведения файлов цифровой звукозаписи FLAC Lossless в автомобиле с помощью специального выхода с качеством компакт-дисков без необходимости преобразования. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел всего один минус. Не хватает пульта дистанционного управления. Теперь расскажу о плюсах устройства, которых гораздо больше. С Android'ом работает без проблем. Звук приятный, чистый. Радио держит гораздо лучше, чем подобные устройства. Очень легкая установка. Понятная и удобная магнитола. Большой выбор настроек. Приятный ценник. Звук высокого разрешения даже через AUX. Быстро читает флешку. Возможно, вы стали владельцем такой автомагнитолы и захотите поделиться своим мнением о ней с нашими зрителями в комментариях. Ссылки с лучшими ценами на эту модель вы найдете в описании. Надеюсь, что обзор вам понравился и вы уже поставили лайк и подписались на канал. Не забывайте включать колокольчик, если не хотите пропускать новые видео. Всем пока!